Привет всем! Приехали в бар. Ребята, с которыми мы постоянно отдыхаем, они переезжают сюда, в бар, потому что мы скоро уезжаем, и им скучновато будет под Горицей. Их там квартира, соседи им надоели. И вот они нашли домик, 350 евро. Сейчас вам покажу его. Мега крутой. Вот, заходим. Первое. Офис. Шикарный офис. Сразу со столом. Нормальным. Ну, такой, может, не мега, но, блин, тут я бы поставил себе кучу мониторов. Вот второй стол есть. Это чисто под офис. Вот такая спальня. И у нас тут паркет, кафель. И детская. Смотрите. Полностью детская, причем нормально. Ну, единственное, поубирать, то есть есть косячки, некоторые стены ползут. Вот второй туалет. Вот еще одна детская, света тут только нормального нету. А, тут закрыты эти штучки. В Черногории везде вот такие ролет. А, ну там соседи могут быть. Вот еще одна детская. Он просто огромный, этот дом. 350 евро, ребят, стоит это удовольствие. Ну, правда, стены чуть-чуть он с боками, с трещинками небольшими. Ну, так очень нормально все. Вот большая веранда. И вот, смотрите. Вот. И вот вид. Горы. Там вот морька. И... вообще. Плюс нету хозяйки вообще. Она живет в Москве. И вообще просто живешь себе, да и живешь. Круто. Вообще круто. Вот, паркинг у тебя есть. Припарковал машину. Круто. Очень круто. Стены там, окошки там, шторы. Я не знаю, что же у меня здесь. Я уверена, что она абсолютно не против всего. Ну вот, кухня, конечно, хотелось бы немножко...